Якутяне получили премию Русского географического общества за проект комплексной экспедиции «Полюс холода соединяет океаны». Сотрудники службы спасения Якутии Николай Находкин и Афанасий Николаев победили в номинации «Общественное признание». Они впервые в мире прошли на лодках естественным речным путем из Тихого океана в Северный Ледовитый с целью получения сведений о малоизвестных территориях и оценки туристического потенциала маршрута. Конкурс на соискание премии проводится раз в 2 года. Финалистов премии определяет жюри во главе с президентом Русского географического общества, министром обороны Сергеем Шойгу. На этом путешествие не заканчивается. Страна у нас огромная, прекрасная. Только в Якутии больше 700 тысяч рек, еще больше озер. Время и место для путешествий и открытий очень много, можно дерзать. Отдельно бы обратился и к спонсорам Русского географического общества. Приезжайте к нам на Колыму.